В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в областной библиотеке имени Пушкина создана полнотекстовая электронная библиотека редких книг по истории и развитию региона. Благодаря интерактивной базе посетители могут обучаться компьютерной грамотности и навыкам работы с электронными службами. Подробнее об этом смотрите в следующем материале. Век информационных технологий, можно, не выходя из дома, получать практически любую услугу. Для этого необходимо иметь лишь доступ к интернету. В библиотеке Пушкина создана уникальная электронная база литературы, где можно найти все – от художественного произведения до исторических материалов. Для этого следует зайти на сайт библиотеки и выбрать нужный раздел, где содержится вся информация по вашему запросу. Мы, как библиотека, берем на себя эту обязанность. Мы предоставляем доступ к интернету, мы предоставляем доступ к ресурсу, к любому печатному ресурсу, к любой интернет-базе, базе данных, которые возможны. Это электронные библиотеки, это полнотекстовые библиотеки. И вот в этом отношении мы, конечно же, идем, можно сказать, впереди всех, наша библиотека. Поскольку, во-первых, у нас есть свой сайт, через который вы можете получить и консультацию юриста, это раз, онлайн-консультацию юриста. Вы можете получить доступ к нашему электронному каталогу, к нашим ресурсам, к нашему фонду. Вы можете запросить, мало того, что вы можете посмотреть, что у нас эта книга есть или статья, вы можете запросить эту статью или книгу, и в электронном варианте она будет вам выслана. По словам специалистов библиотеки, на сегодняшний день в рамках цифровизации здесь оказывается широкий спектр услуг. Консультация юриста, ознакомление с работой электронного правительства, а также предоставление электронных книг на личную почту читателя. Алина Бегалимова, Кон Жинас, Алтай Акпарат.